Итак, ребят, приветствую. Давайте мы познакомимся с еще одним застройщиком. Данный застройщик уже известен в Дубае тем, что он строит все вовремя. Просто, знаете, бывает, вот да, даже те самые государственные здесь, которые могут там немножечко там затянуть и так далее. Ну, как в России. А есть застройщик, который вот все, которые объекты у него были, сдал вовремя. И за счет этого и местные, и не местные отдают ему предпочтение. Я приехал, давайте постараюсь немножечко коротко вам рассказать, объяснить, что же вы можете приобрести. Как видите, вот такой большой комплекс. Мы находимся в таком-то районе. Видите, вот здесь девочки гуляют, все здесь красиво, все прекрасно. И все, я скажу, замечательно. Это, кстати, вот лагуна будет, естественно. Такая вот. И вот здесь можно будет спокойно выходить на пляж. Как мы уже разобрались, что здесь особо никто в Персидском заливе не купается, потому что когда вода 38 градусов, ты себя чувствуешь, мягко говоря, некомфортно. Так вот, смотрите, это презентация здания. Однушки здесь уже все закончились. Чтобы вы понимали, однушки, вот однушки, ребят, здесь у нас начинается площадь от 65 квадратных метров. Если мы посмотрим с вами двушки... Есть такие правила, что GoPro воспринимает здесь, получается, за профессиональную камеру. Поэтому давайте покажу этот район. Вот в этих домах, в принципе, я вам сейчас и буду предлагать взять двушки. Двушки здесь, чтобы вы понимали, это 120 квадратных метров. И, соответственно, это вот в Сочи не могут сделать у нас бассейн, а здесь делают вот такие искусственные лагуны, чтобы вы понимали, искусственные лагуны. Также от 5,5 миллионов дирхам можно приобрести таунхаусы. Ну и, конечно же, помимо всего, вот такой вот большой комплекс, да, это вот комплексная застройка. Вот в этих домах, само собой, можно приобрести в том числе и квартиры, еще раз повторюсь, однушек нет, двушки, трешки, четырехкомнатные. Чтобы вы понимали, двушка — это 120 квадратных метров, как у нас трешка, да. У меня, например, двушку 78 квадратных метров в Сочи, здесь 120. Ну и, соответственно, 120 квадратных метров, цена примерно 35 миллионов рублей, в зависимости от этажа. Особенность данного комплекса заключается в том, что здесь, так же, как везде в Дубае, проблема с парками. А вот здесь сделали, что можете по лестнице ходить вдоль зелени. В общем, короче, до конца дошли и назад. Своего рода получилась тропа здоровья Теренкор. Тоже большой, огромнейший плюс. Это часть той самой лагуны, которая будет. Повторюсь, в Сочи не могут бассейн сделать, здесь делают просто огромнейшую лагуну. Соответственно, это второе, грант, да, он немножко побольше. Также не буду говорить про спортзалы, про бассейны всевозможные, про то, что здесь прекрасный вид, про то, что, знаете, для некоторых скажу, представляете, ровная поверхность, ровная песчаная поверхность. Нету гальки, есть везде песок, есть детские, игровые, спортивные площадки. Ну и, конечно же, самое главное на карте, как они будут располагаться. Располагаются они близко друг к другу, вот они. И, в принципе, вы сейчас можете выбрать. Опять же, по цене лучше будете писать мне, потому что цены здесь тоже у них каждый раз меняются. И, знаете, как бы это глупо ни звучало, но основные те люди, которые покупают, да, если, например, в других местах обычно у нас покупают граждане Индии, либо покупают граждане, например, Китая, то здесь почему-то Россия и Украина стоит на первом месте. Самое интересное, этот комплекс был построен сдан, то же самое сдан, все, представляете себе? Вот, не знаю, вот спокойно по 30 миллионов покупают граждане России и Украины. И именно поэтому здесь в отделе продаж в основном у нас те люди, которые разговаривают на русском языке. Извиняюсь за качество, снимаю с телефона по одной простой причине, потому что есть определенный момент, который, ну, здесь есть определенные правила. Правила. Ну что, давайте посмотрим шоурум, потому что, в принципе, здесь и так понятно, что здесь все хорошо, прекрасно и замечательно. Осталось все-таки посмотреть тот самый шоурум. Но в целом, конечно же, концепция интересная. Высокие дома, стеклянные. Ну и, конечно же, все они идут с ремонтом. Ну что, ребят, давайте продолжим с вами. Смотрите, эту штуку придумали, только у них используется. Это встроенное в стене. Соответственно, если вдруг какой-то пожар или еще что-нибудь, дается 6 часов фора, как говорится. Такая часть у нас там, где бассейн.
И знаете, прям такая, прям чувствуется такое качественное. Соответственно, так как есть таунхаусы, соответственно, таунхаус тоже должен чем-то отделано. И здесь, вы сами видите, даже на ощупь натуральный камень. В общем, много чего здесь есть интересного такого. Но вот этот, наверное, самое лучшее, потому что я такую технологию не встречал. Помимо того, что не горит, но еще и сохраняет, соответственно, самое главное – холод. Не вот тепло, а именно холод. Почему тишина? Да, например, вот почему? Посмотрите, это у нас один идет слой, второй слой, третий слой и четвертый слой. И тем самым создается шумоизоляция, и, например, вы не слышите, кто сверху как ходит, топает там, или, не знаю, или занимается, в конце концов, непристойными делами. Вот, видите, как сделаны слои, как грамотная кровля. Вот смотрите, ребят, почему, еще раз повторюсь, почему тишина и спокойствие. Обычно вот в Сочи вот такой два слоя гипсокартона хватает за глаза. Здесь, соответственно, сама шумоизоляция, и здесь еще вот такое вот еще армированное стекло. И давайте сразу покажу, как сделана вся приточная вентиляция. Вот эта вся конструкция находится, соответственно, под крышей. И вот так вот мы с вами все это можем посмотреть. И вот это кондиционирование так выглядит. Из плюсов: шума нет, не шумит, в отличие от выносных блоков. И, конечно же, вот эта все система входит в годовое обслуживание. Вам не нужно каждый раз заморачиваться по поводу того, там, не знаю, там сломалось, ваше что-нибудь не сломалось. Это не ваша проблема. Этим занимается управляющая компания. Да, кстати, вот представляете, нифига себе, он такой тяжелый. Да, тараф это. Обалдеть. Это прям это вся такая система, да? Да, вот так. Вот на раз, ребят. И вот такая вся система идет слива. Поэтому все хорошо, прекрасно и замечательно. Опять пол-шесть слоев. Пол-шесть слоев, поэтому и шумоизоляция, и гидроизоляция оставляют прям на самом высоком уровне. Ванная керамика фирмы Duravit во всех квартирах обязательно. Турецкая самая качественная фирма Duravit. Угу. Плитка, все, австрийская или итальянская, а эти краны и все остальное фирмы Safcom во всех проектах, во всех зданиях. Никогда не меняется. Это самый дорогой довоз, который считается, да? Это никогда не портится. Это, чтобы вы знали, день здесь трогают, это вообще здесь ходит минимум 1500 людей, и все они пробуют. И мы не меняем. Достойно. Достойно. Здесь мы показываем, какой кондиционер стоит на крышах зданий. Это точно никогда централизированная система кондиционирования никогда не меняется. Это все во всех квартирах встроены в стены. Эти все указывает, регулируется система «Умный дом», который это сейчас просто не знаю почему отключен. Видит этот. Короче, ребят, «Умный дом» не только занавески. А здесь, не дай бог, там газ стал пропускать или замыкается, или еще что-нибудь, все это срабатывает. Умный дом именно в целях безопасности. Компания сидит и смотрит в каждой квартире, что происходит. Даже это, если вот вниз будет, они так позвонят, скажут, что-то случилось. Угу. Ну вот, ребят, в принципе, да. Это выключатели, все, вилл. Это во всех дверях, вот видео. А это выключатели квартир и система, как регулировать кондиционер. Здесь отдельно показана одна ванная комната, что сверху, этот бойлер, все трубы, которые мы используем, везде никогда ничего не меняется. Мозаика, специальное зеркало для этого, Instagram, TikTok во всех квартирах, опять фирма Duravit и Safcom. 6 слоев пола. Ну, в целом хорошо все сделано. Все сделано отлично, ребят. Здесь показана зона кухни. Это холодильник. Обязательно включен. Морозилка. Посудомоечная. Газ. Витечка. А, здесь именно газ, да? Хоть и много этажей, все равно газ, да? В квартирах газ, в виллах электричество. В виллах электричество. И все обязательно. Фирма Siemens. Мы это сейчас увидим в наших квартирах. Отлично. Квартира также встроенная гардеробой. Вот смотрите, вот это прикинь, встроенная эта студия 4 года назад, это студия. И каждый день люди
Нет, да, само собой, да, каждый день они все тыркают, тем более здесь. Сколько людей? Это комната, дверь комнат, это входная. Входная. Здесь, это что, высокие, по сравнению с этим. Это пол балкона. И как вообще там, мы производим шаржи. Это наши первые окна, двери, все производим. Наше собственное производство нигде нет, это конкретные детали, которые используем в армии производства. Это дверь в виллах на бассейн. Можете зайти, там очень шумно изоляция. Не, я знаю, да, здесь что из этой двери хорошие. Это дверь из балкона в комнату. Это маленький нюанс сделан, но это сделано для того, чтобы пыль не зашла. Все понял. И здесь мы показываем вообще, как происходит стройка. А здесь какие инструменты, какие фирмы мы используем. Это никогда не меняется. Вот это все наши партнеры. Лифты, там материалы. Ну все, отлично. Ну что, ребят, давайте теперь посмотрим. Все-таки уже вживую. А то, знаете, обычно по традиции, да, в России проекты одно, а по факту получается другое. Здесь давайте мы сейчас посмотрим, что же здесь по факту происходит. Да, в такие бассейны, вот такие здания, все красиво, все хорошо. И давайте все-таки дойдем до шоурума. О, ребят, смотрите, да, наконец-то зеленая территория. Кстати, вот именно так, чтобы можно было прогуляться, вы, наверное, нигде в Дубае не сможете. Вот именно поэтому этот данный комплекс берет, вот знаете, своего клиента. Потому что люди, когда приедут, там поотдыхают на берегу моря, как я, например, приехал вчера, искупался, думал, что у меня глюки, потому что очень было жарко. Кстати, вот здесь, видите, все сделано для того, чтобы детей комфортно возить, правильно? Ну, прикольно, да? Ладно, не буду стебаться. Так вот, и, конечно же, люди, которым нужен кислород, здесь есть один минус, здесь не хватает кислорода, скажу честно. И, например, если возьмем то же самое Египет, то, конечно, там тоже деревьев нет, но, учитывая, что богатый подводный мир именно вот в море, то кислорода хватает больше, да, и как по статистике, соответственно, источником кислорода все-таки является у нас мировой океан. Здесь никому не секрет, что Персидский залив, он как бы мертвый залив, да, так же, как Черное море. И, соответственно, все, что есть снаружи, то и является источником кислорода. И вот здесь вот так вот сделали, да, чтобы можно было действительно подышать свежим воздухом. И вот ты здесь гуляешь, действительно себя чувствуешь комфортно, да, хотя бы есть какой-то тенечек такой и так далее. Поэтому застройщик поймал эту фишку, и благодаря этой фишке идут здесь хорошие продажи. Ну вот, кстати, ребята, говорят, что в продажи не идут. Вот, здание полностью продано. Сдается через 3 месяца, полностью продано. Полностью. Ну, давайте все-таки зайдем, посмотрим. Здесь еще у нас действует масочный режим, поэтому маску все-таки нужно надевать. В общем, ребят, если вы покупаете здесь однушку или двушку, то дается одно бесплатное парковочное место. Если же вы покупаете у нас двушку либо трешку, то, соответственно, 2 парковочных места вам дается. Ну и вот, посмотрите, да, вот в отличие, например, от тех же самых жилых комплексов, не буду говорить, ничего плохого, но здесь нормальные парковочные места, есть отбойники, чтобы нечаянно там друг друга не врезались. Ну и посмотрите, все вымывает, вылизывает. На парковке комфортнее, чем, не знаю, там, чем в некоторых подъездах у одной уважаемой компании, в одном из домов, в которых я жил раньше, именно в подъезде. Почему здесь парковочные места лучше, чем где-то в подъезде? Ну что, давайте наконец посмотрим. 150 квадратных метров. Это трехкомнатная квартира. Трехкомнатная, но сдается вот именно в таком виде. Соответственно, здесь мы с вами видим кухню-гостиную. Здесь у нас сама кухня. Есть зона постирочной. Ну и, конечно же, учитывая, что все-таки мы живем в 21 веке, и такие варианты могут себе позволить не все, далеко не все, потому что, чтобы заработать вот на такую квартиру, нужно пахать обоим. Ну и, конечно же, здесь мы с вами видим
всю технику, всю, как говорится, мебель, которая нужна кухонная, и вот есть постирочная зона. И вот именно здесь кто-то скажет, это тещина комната. Нет, ребят, это не тещина комната. Это комната отдельно нянечки. Да-да, вот именно так. Нянечки, либо помощницы, без разницы, как вы ее назовете. Тот человек, который воспитывает и помогает воспитывать вам вашего ребенка, который помогает у вас по дому с уборкой и так далее. И именно этот человек, потому что, еще раз повторюсь, если вдруг вы у нас как бы находитесь, потому что давайте сразу озвучу цену. Цена этой квартиры в 150 квадратных метров 51 миллион рублей. 51 миллион рублей. Да, конечно, дешевле, чем миллион долларов, но 150 квадратных метров – это 51 миллион рублей. Потому что, чтобы такие деньги заработать, а еще нужно как минимум заложить еще 4%, то, конечно же, нужно будет пахать, еще раз пахать. Давайте посмотрим с вами основные комнаты. Здесь, соответственно, у нас вот такая комнатка, вид на детскую площадку. Вид на зелень, вид на свой бассейн, высокие потолки. С учетом того, что уже полностью все сделано, все равно более 3 метров. Центральная, соответственно, центральный кондиционер. Здесь санузел. Санузел тоже полностью сделан, полностью готов. Здесь также имеется еще одна спальня. По сути, здесь получается даже не трехкомнатная квартира, а 4. Потому что здесь 3 полноценные спальни. Кухня с переходом в гостиную, соответственно, здесь 4 санузла и еще одна даже комнатка имеется. Сейчас мы с вами тоже посмотрим. Здесь, соответственно, ванна, душ, ну, в общем, все есть. Кто-то скажет, за эти деньги можно купить виллу. Согласен, что за эти деньги можно купить виллу, но не каждому из вас нужна вилла. Кому-то, наоборот, хочется больше посмотреть в сторону квартиры. Ну и здесь вот еще у нас есть спальня, тоже еще один санузел, и все. По идее, 3 полноценных спальни. Одна, получается, комната небольшая для няни, да, либо там, например, для домработницы и так далее. Ну и, соответственно, также еще есть возможность, мягко говоря, хорошо, полноценно разместиться. Ну вот как бы так. Цена, ребят, 51 миллион рублей. Плюс 4% вам нужно будет заплатить налог за то, что вы покупаете. В целом, да, еще не могу сказать, что тут все люди живут. Нет. Ну, посмотрите, да, уже у кого-то появились компьютерные столы, у кого-то, ну, облагородился у нас тот самый балкон. В принципе, здесь худо-бедно, но уже потихонечку все заселяются. Лично мне понравилось. На вопрос, выбрал бы ты себе квартиру или виллу, ну, не знаю. Если вы взять вот такую квартиру и тебе дают сразу 2 парковочных места, когда есть бассейн, когда есть все, когда есть инфраструктура, свой сад, по которому мы с вами прогулялись, то, наверное, мне, наверное, вилла или таунхаус, наверное, даром не нужен. Ну и опять же, учитывая, что здесь все-таки можно сделать так, чтобы приходил там рум-сервис, чтобы за тобой все перебирали, убирали. Ну, в принципе, сейчас то же самое все делают у меня в «Острове мечты», просто я отдельно там договариваюсь с людьми и так далее. Здесь все гораздо было бы проще. Ну, вот как бы так. Лично мне понравилось, не знаю, как вам, пишите в комментариях под этим видеороликом. Пока!